чемпион России, рекордсмен книги Гиннесса, любители бега. В общей сложности 40 человек отправятся сегодня в трехдневный кросс-память. Во имя Великой Победы во Второй мировой войне атлеты решили посетить мемориалы в разных районах Омской области, отблагодарив за подвиг ветеранов войны и тружеников тыла. Более 2000 километров мы пробежим по Омской области. Это 4 направления. Это южное направление, северное, западное и восточное. Порядка 40 человек, которые будут в движении в течение 3 дней. И здесь мы их будем встречать 1 мая. Затем они с нами вместе примут участие в эстафете на призы правительства. Впереди у бегунов дистанция более 2000 километров. И старт в ненастную погоду нисколько не мешает замыслу организаторов. От поселка к поселку эстафетным бегом отправится ветеран спорта, инициатор пробега в олимпийскую столицу Сочи Евгений Житнов. Наша задача — возложить при возможности гирлянды, венки, там памятные ленточки, исполнить какие-то ритуальные такие вот слова посвящения. Ну и главное, что передать молодому поколению, с кем мы будем встречаться, нашу благодарственную память всем тем, кто вот сложил головы на алтарь победы. За время пробега спортсмены посетят памятники, воинские части, музеи в муниципальных районах, а после вернутся в Омск. Как и полагается, победный кросс начался символично с исполнения песни «Катюша», после чего участники отправились из парка Победы прославлять великий подвиг великих людей.